Тренировка при грыже кистей правобедренного сустава. Все, проходим. Ложусь. Ну что, мышцы, отошли? Нет. Попали? Да. Ну, пройдут. Все, ноги согнуты. Немного делаем пресс. Это дело поправимо. Все хорошо, прямая левая нога. Прямой вверх поднимаем, вверх. Thank you.
10, хорошо. Снова поднимаем вниз, носочек на себя.
снова прямая вверх. Десять, еще два глаза. 11. Так, ножом. Так, сгибаем две сразу в коленях. Сгибаем выдох. Берем гантели маленькие, руки в сторону, поднимаем корпус, выдох. Вместе на этой трубе. Хорошо, все. Так.
Ползем сейчас левой ногой. Как можно выше тянем бедро. Раз, два. Два. Три. Четыре. Пять. Что? 12. Хорошо. Так, теперь правая. То же самое. Раз. Два. Три. Четыре. Двенадцать. Отлично. Правая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Правая встает. Восемь, девять и десять. Отлично. Сейчас встаем на четвереньки. Проходим маленько вперед. Все, стоим, стоим. Так, опля, опля. Тянем, тянем вверх. Раз, два. Пять, шесть, семь.
Здесь. Хорошо. Сейчас согнутую левую ногу в сторону отводим. Вот, как можно выше. Два. Только мы стараемся ее не расправлять. Ага, делаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо, ложимся на живот, головой к двери. Все, ложимся, ложимся. Все, левая нога согнута. Все, влево тянем. Раз. Ага. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Повыше как положим, маленько повыше. Все, все, все. Берем палочку, руки вперед. Сейчас одновременно соединяем ноги вместе, поднимаем руки прямые вверх, выдох. Раз, ага. Два. Так, теперь обратное упражнение. У нас резиночка втягивает, а мы ноги в сторону и поднимаем руки. Ложимся на спину. Так. И левой ногой крутим в максимальной амплитуде. Да. И в сторону, и вверх. Также и вверх тоже максимально к себе. Ага.
Так, другую сторону. Хорошо, на сегодня все. Дома надо еще будет добавлять растяжку делать.